Хорошо. А тогда за что вас выгнали? За пропаганду частной предпринимательской деятельности. Пропаганду именно. Был партийно-хозяйственный актив. Знаете, такие были собрания, сходки, где были значит, члены партии и руководители подразделений, организаций там, и так далее. Там, значит, вот всех заслушивали. Когда я понимал, что мы уже идем в какую-то трубу полную, у меня было несколько предложений, что надо реорганизоваться и, ну, допустим, там в комплексе брать решение вопроса. Не только там, не знаю, там что-то менять, чинить и так далее, но надо полностью, чтобы люди получали сервис. Вот. И там потом выспался парторганизация, еще кто-то там идейный. Один идейный у меня сейчас дворником работает. Вот, ну, он хороший такой идейный партийноносец, член партии, тоже выступил, сказал, что это вот не наш путь развития. Ну, в принципе, все сводится к тому, что должны получать люди деньги нормальные. Вот. И тогда через неделю попросили в главку зайти. Сказали, а не пойти ли вам в кооператив поработать? Я говорю, не пойти, а у вас тогда другого варианта нету. У нас тут разнарядка пришла из горкома партии. Значит, нам нужно срочно создать кооператив по переработке вторичных ресурсов при разборке домов. Нормально? Помойка, короче. Дали какую-то маленькую... А, нет, мне дали, нет, мне дали квартиру для офиса, где, значит, дом, который попадал под реконструкцию. Я так понимаю, была такая хитрая квартира, там начальство какие-то свои там, такая, для всяких встреч, я бы так сказал, неформальных. Она была классно сделана. Там были дубовые панели, там были потолки акмигрант, тогда еще дефицитные светильники всевозможные. И первая наша как бы, этот, реализация планов партии и правительства по переработке строительных материалов, мы разобрали эту квартиру и продали ее украинцам целиком. Заработали первые 30 тысяч рублей. Вот так вот и пошло. А потом так, так мы им и разбирали. Как они нам давали, мы им так и разбирали. И, а потом, потом у меня был хороший приятель в Химках, представитель колхоза. Он мне дал землю в аренду. Прямо около Химкинского кладбища. Она классная. Во-первых, тихо. За забором, правда. Не в самом кладбище, а за забором. Но там 25 лет нельзя было ничего строить и так далее. Так как, ну, после захоронения. Так как хоронили там постоянно, то на эту землю никто не мог претендовать. Дачу построить, ну как у нас обычно любят, там что-нибудь, там курятничек небольшой. Я там купил лесопилку, ну такую пилораму, ну такую какую-то древнюю, я не знаю. Короче, двое с одной стороны, двое с другой. Была хохма, когда кто-то у нас из американских президентов первый тогда приехал в Союз. CNN делала репортаж о новом Советском Союзе, как тут предпринимается и так далее. Я, у меня осталось где-то запись, я не помню, где там 5-7 минут, что ли, была такая. Ну, для CNN многовато было, пожалуй, да. Ну, не, в этом прошло где-то секунд 30-40. Вот это там, я понужился, там, господи, какие груды досок, какие-то бревен корявых, даже, ну, они ничего не готовы. И я им рассказываю, как здесь будет мебельная фабрика. Ну, как просили, товарищи, сзади же два инструктора ходило. Тогда с иностранцами еще была проблема, тем более с иностранной компанией. Что я там им наговорю с трикорома? Так что все жестко, сценарий, горком партии, беседа с беспартийным хозяйственником. А как заработать вот первый миллион?